Здравствуйте, товарищ Зинтинов. Здравствуйте. Пронин здесь? Здесь, но он занят. Проводите к нему. Право, я не знаю. Проводите. Срочное дело. Товарищ Пронин, к вам. Туда! Видите ли, мне сказали, что ко мне будут обращаться только в экстренных случаях. Дело в том, что моя сестра работает в наркомпросе, и через нее легче наладить, так сказать, слежку за Крупской. У супруга, у Ульянова Ленина. Так, ну что ж, граждане, спасибо, спасибо, вы свободны. Пока мы вас оставим дома. Вы встретитесь со своими людьми, в общем, поможете нам. Это ваш единственный шанс. С удовольствием, с большим удовольствием. Никаких показаний давать не стану. Когда вы ждали связняков из центра по проведению террористических актов? Показаний давать не буду. Против кого должен быть обращен террор? В первую очередь против Ленина. Кто вас об этом информировал? Человек, которого я знаю по фамилии Лопатов. Однажды он ночевал у меня с одним знакомым, хорошо говорившим по-русски, но, кажется, англичанином. С этим? Да. Это Рейли. Правительство Российской Советской Федеративной Республики полностью осведомлено о неблаговидной роли тех представителей официальных кругов Лондона, которые снабжают деньгами, оружием и фальшивыми документами русских контрреволюционеров, планирующих проведение разного рода террористических актов против руководителей нашего государства. Вся ответственность за последствия подобного рода акций ложится полностью на правительство Его Величества. Мы оставляем за собой право ответных действий, которые будут признаны нами целесообразными. Чичерин, народный комиссар иностранных дел. Как вы предполагаете ответить на эту ноту? Отвергнуть.
как безосновательную. Но она, по-моему, имеет основание. Я готов дать понять Красину, что мы отказываемся от поддержки организованного террора против Кремля. Но Красин потребует гарантий. А если дать их ему, что с нами будет? Сэр, я никогда и ни на каких условиях не дам никаких гарантий Красину. Можно устать от любви, от работы. Но можем ли мы разрешить себе устать от ненависти к ним? Для того, чтобы ненавидеть, надо уметь